дракона едем. Посмотрите, рун-рун-рун, дракончик, давай покажи, на что ты способен. Давай уничтожим эту пожарную машину, давай ее вот так вот хвостом толкай, толкай, толкай. Ой, да что ж такое, она нас выталкивает. Давай ее хвостом толкать, вот так вот, вот. Я за нее зацепился, ребятки, не могу отцепиться от нее. Да что ж творится-то, а? Давай газу. Давай газу, я не хочу утонуть, отлично, ребятки, он утонул первый. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в крутую игру Drive Ahead. Так, ребятушки, ну что ж, давайте поедем, как обычно, выберем, так, царь горы, так, это у нас задание, я хочу просто, где у нас просто, выигрывай призы, царь горы, давайте, ребятки, выберем, или, что мы в прошлый раз выбирали, вы не помните, стадионы, вот, один, вот, случайно, вот, это все, что мне нужно. Пускай будут и автомобили случайные, и пускай будут случайные трассы. Давайте, собственно, ребятки, начнем нашу игрушку. Погнали. Так, ребяточки, я на дракончике. Дракон, давай ракету. Ой-ой-ой, ракета, ребятки, на меня подействовала очень плохо и задавила меня. Давай подарка вот этого спихнем туда. Подарок. Ой-ой-ой, подарок выиграл еще. Вы видели, машина подарок маленькая. Давай, о, мотоцикл, супер-супер. Куда ж ты полетел, мотоцикл? Давай-давай, убей этого зайца. Нет-нет-нет, меня распилила большая пила, ребята. Как так-то, а? Так, ребятки, третий раз я проигрываю. Это никуда не годится. Отличненько, дорогие друзья. И первый раз мы с вами Дедом Морозом выиграли. Ёлка. О, это что такое за трехколесный робот? Ого, у него стреляет. Отличненько. Мне очко, потому что ему, ребятки, не повезло. И мы упали ему прямо на голову. Тихо-тихо-тихо, давай едь. О, пришелец, ребятки, за рулем везет корову в грузовой машине. Вы такое видели? А вот, смотрите, какой байк у меня. Давай-давай, отличненько. Мне, ребятки, очко, потому что он немножко не досмотрел и проиграл. Так, что теперь? О, у меня крыса на мотоцикле. Да, крыса на мотоцикле моя улетела непонятно куда, ребятки. Так, мне очко, потому что крыса улетела моя и проиграла. Ой, красному то есть очко. Так, ребятки, последняя схватка. И красный победил, потому что в меня, ребятки, выстрелила ракета. И таким образом, ребяточки, я просто-напросто убился. Так, давайте поехали дальше. Брум-брум-брум, мы на мотоцикле. О, отлично, мы снеговику снесли шлем, и он упал. Вы видели, какая там акула плавает в радиоактивных отходах? Ребятки, немножко не досмотрел и снес себе сам голову. Ой-ой-ой, погнали. О, у меня еще и ракеты пускает, ребята, машина. Смотрите, ребята, она реально пускает ракеты настоящие. Отличненько, мы задним колесом как раз уничтожили его. Так, у меня 2 очка. Так, едем дальше. Тихо-тихо, пускай упадет первый. Отличненько, он упал первый в кислоту, и его съела акула. Так, ого, у меня, посмотрите, какой джип, ребята, который, наверное, еще и стреляет. А ну, стреляй, бабах, бабах, бабах. Давай, куда я улетел-то за пределы ринга и провалился, небось, там. Да что ж такое, а? Давай-давай, отличненько, просто супер, дорогие друзья. О, я на скелете дракона, ха-ха, победил, отличненько. Супер, ребяточки, мы выиграли, и это просто, ребятки, круто. Так, мы на тракторе, ребята, пришелец на тракторе, вы посмотрите. Но меня сразу же прикончили, но ничего, мы продолжаем дальше. Давай, что это у нас, да что ж такое, надо было сдавать заднюю. Давайте теперь заднюю на тракторе сдадим, вот так вот. Ай-яй-яй-яй, это такой, ребятки, кран. Это такой кран. Ого, ничего себе у меня машина. Вот это гонка, ребята. Вау, 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 вау. Отличненько, ребятки. Мне очко, потому что его подорвала ракета. Его подорвал салют. Тихо-тихо, надо уезжать, потому что сейчас... Сейчас на этой набережной пингвины... Ой-ой-ой, сейчас можно будет упасть. Упасть очень крепко, ребятки, в воду. Отличненько, он утонул. Ха-ха-ха. Мне очко, потому что он утонул. Так, едем дальше, ребятки. Так, что это такой за головастик у меня? Ого, конечно, с такой головой. Как мне не пострадать-то? Конечно, пострадал. Что это за колеса-то? Тихо-тихо-тихо, давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо. Пушка еще и стреляет. Нет, ребяточки, я попал на пилу, и красный победил.
Ну ничего, сейчас мы покажем ему, где раки зимуют. Бабах, отличненько, робот все-таки своей рукой зацепил его. Тихо. Ай-яй-яй, ребята. Давай. Тихо. Вау! Вот так, просто супер. Отличненько, дорогие друзья, и мы его как следует прижали. Так, олени. Так, олени, побежали. Давайте, ребяточки, надо нам победить эту игру. Меня не пускают, ребятки. Трасса только в одну сторону. Я даже не могу проехать вперед, потому что мой олень хочет ехать другой стороной к красному очку, потому что я немножко подставил свою голову. Так, ребяточки, мы на скелете дракона едем. Посмотрите, дракончик, давай покажи, на что ты способен. Давай уничтожим эту пожарную машину. Давай ее вот так вот хвостом толкай. Ой, да что ж такое, она нас выталкивает. Давай ее хвостом толкать, вот так вот, вот. Я за нее зацепился, ребятки, не могу отцепиться от нее. Да что ж творится-то, а? Давай газу, я не хочу утонуть, отлично, ребятки, он утонул первый. Круто, вот это прикольно было. Дракоша умеет цеплять хвостом, вот это мне понравилось, ребятки. Что это за велосипед у меня такой? Ребятки, а уровень-то сжимается, сетка-то идет. Тихо. Что это за гробовозка? Тут гробами разбросалась. Тихо. Эй, а я на ракете, ребят, увидели? На советской, на старой советской ракете я. Ох, отличненько, мне очко, мы ему разбили все-таки бошку. А там за рулем, ребяточки, сидит зомбик Франкенштейн, чтобы вы понимали. Эй, ребятки, у меня скелет вывалился из машины. Посмотрите. И меня уничтожила, ребята, лава, которая выпрыгнула из вулкана. Отлично, ребятки, я победил, потому что мы все-таки успели мотоциклисту разбить его шлем. И таким образом мы, ребятки, выиграли. Так, опять у нас дракошек наш любимый. И давай, дракошек, покажи, на что ты способен. Отличненько. И мы ракетомобиль просто-напросто уничтожили. И это просто круто. Так, что это за елки такие? Елки по городу мчатся. Так, ребяточки, елочки. Отличненько, ребятки, танк проиграл, а я выиграл с елкой. Так, ребятки, убегаем от танка на снегоходе. Ой-ой-ой, я улетел далеко-далеко и упал в воду. Надо было не сдаваться и идти, ребяточки, вперед. Выхода все равно. О, мы на катке. Ого, конечно, каток сразу же разбил легковой автомобиль. Вы видели, с какой скоростью он это сделал? А вот чайник, я на чайнике, ребята. Вау, тут вот так вот нужно уничтожать своих врагов. Вы это видели, ребят? А вот кран, машина-кран. Ой-ой-ой, меня сразу же уничтожили. Это синяя пожарная машина. Это какая-то акула за рулем. Ого. На катке меня, конечно, он сразу меня, ребятки, протаранил и уничтожил. А ну-ка, стреляй в него. Вот так вот, стреляй. Нет, не годится. Да что ж такое-то, а? О, пожарная машина, ребятки, опять. Так, тихо. Так, пожарный автомобиль. Нам надо как-то... О, отличненько, он утопился, я и не видел, ребятки. Он упал в кислоту, и сейчас его съест акула, которая там, естественно, плавает. Так, погнали дальше, давайте. Вот так вот, мне очко, мы его уничтожили вот этим вот краном, машина-кран. Ох, пингвин за рулем. О, ракеты уже пошли в бой, как я вижу. Тихо. Отличненько, ребятки. Мы столкнули его в воду, и он просто-напросто утонул. Ну, мы следом за ним пошли, но, тем не менее, мы доказали свою правоту, ребят. Отличненько. И мы уничтожили танк с Питером Пеном, дорогие друзья. И корова тоже улетела. Так, давай, газуй. Мороженовозка. Ого, он меня своей пушкой сразу же проштрыкнул. Давай назад. Вот. Давай, вперед. Брум-бам-бам-бам-бам. Давай, поехали. Давай, уничтожь эту летающую тарелку. Отлично, ребятки, летающая тарелка уничтожена. И я получил новое очко. И это, ребятки, просто, хочу вам сказать, круто. Ребята, что это за дракон такой? Отличненько, синий победил. Так, ну что ж, ребятки, круто. А давайте с вами выберем какое-то другое немножко задание.
Так, погнали, ребятки. Стадионы Царь Горы, ребятки. Давайте Царь Горы выберем. И попробуем прокатиться здесь. Что нам мешает? Ой-ой-ой, ребятки, что это такое? Результат 0, хорошо. Вот так вот, Царь Горы, я его уничтожу сейчас. Ой-ой-ой, нет. Брррр, вот так вот. Новый рекорд, ребятки, отличненько. Я заработал новый рекорд. О, что это за кости падают? Давай. Что там за робот на двоих колесах? И НЛО еще плюс хочет нас забрать. Давай. Ой-ой-ой, я думал, я перевернусь и уничтожу его, но на самом деле я разбился об его колесо, ребята. Отличненько, вот это я понимаю, супер. Давай, ай-яй-яй-яй-яй. Вау, ай-яй-яй-яй, тихо. Тихо. Ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то творится, а? Ого, посмотрите, какой у меня робот, сколько у него рук, ребята. Вот это круто. И мы сразу же уничтожили акулу и получили новый выигрыш. Так, ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если он вам понравился, нажмите на пальчик вверх, подпишитесь обязательно на мой канал. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока в следующих сериях.